в лидерах по ПФО. Индекс промышленного производства в нашем регионе за 10 месяцев составил 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росстат отмечает увеличение объемов во всех видах производств. В Министерстве экономического развития подчеркнули, что большая часть отрасли обрабатывающей промышленности преодолела коронакризис и вернулась к прежним объемам выпуска продукции. Треть показывает значительный прирост к уровню производства 2019 года. В областном правительстве подвели итоги пожароопасного сезона 2021. С его начала в регионе ликвидировано 106 лесных пожаров. Лидерами антирейтинга стали Меликесское и Ульяновское лесничество, 24 и 21 случаи соответственно. Всего к тушению привлекали 1639 человек и 609 единиц техники. Среди регионов ПФО Ульяновский на 8-м месте по количеству лесных пожаров и на 10-м по их площади. При этом за последние 3 года последний показатель снизился в 9 раз. Встретили зиму. За последнюю ноябрьскую неделю на дорогах региона израсходовано свыше 3500 тонн противогололедных материалов, задействовали от 200 единиц спецтехники. Всего же подрядные организации заготовили более 500 тонн холодной смеси. Очищать трассы от снега готовы 289 дорожных машин. Ситуацию ежедневно мониторят 20 онлайн-камер и 3 метеопоста. С их помощью специалисты также получают прогноз на ближайшие 24 часа. О внештатных дорожных ситуациях можно сообщить на номер круглосуточной горячей линии 79 50 14.